Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ученики просят Господа, научи нас молиться, как я научил своих учеников. Просьба совершенно необычная. Это теократическое, от рождения до смерти люди в такой стране, где все делается по Слову Божию, обрезание, все обрезаны, суббота, все соблюдают, ходить в храм, жертву приносить, все делают, и вдруг научи нас молиться. А какие же мы были до этого? Господь их избрал, Он молится с ними. И они услышали, Иоанн учит учеников, а это такие же евреи. Это не безбожие коммунистическое общество. Это глубоко верующие люди, которые, если случалось несчастье, они шли, отдавали на сожжение, на казнь себя и детей своих. И вдруг эта просьба, научи нас молиться. Вот сейчас бы Господь пришел, это нам не запрещается мыслить так, Златоуст так делает. И он спросил бы нас, а какой верой эти люди? Вот так кажется. То ли, что Христос основал, мы являемся теми или нет. Научи нас, Господи, молиться. И Господь говорит одну молитву, Отче наш. Это молитва молитв. Молитва, которая является главой всех молитв. А сколько всего молитв? Никто не знает. Молятся язычники. Молятся мусульмане, буддисты, еретики. Все молятся. Но как? У Ефрема Сирина целые книги молитв. Это мы просто не знаем. Я этим делом занимался, издавал книги. И на занятия приходили люди и говорили, вот у меня такая беда. И дальше говорят, нет детей. Живем уже 7 лет, и детей нету. Какая-то молитва есть. Есть молитва на это? У другого другая. Дети рождаются, все больные, но молитва какая-то есть, чтобы как-то Бог услышал. И на это молитва есть. Ты не можешь задать ни одного вопроса, на что бы не был ответ. Только знать надо. Ведь мы за столом времени проводим больше, чем когда молимся за стол. Это ведь никакой не секрет. Да будет воля твоя, як на небеси и на земли. А на земле какая воля? Сначала нужно узнать, какая на небе. Арсений Великий говорит так, на небе тысячи, а мы скажем миллионы или миллиарды, мы не знаем, ангелов и одна воля. На земле тысячи людей и тысяча воль. Если бы воля мужа, верующего, превалировала, преобладала над волей жены, никогда бы не было никаких вопросов. Образец. Почему мусульмане, которые не являются христианами, это поняли? Здесь нет. У них насколько строго за этим смотрят. А доказывать ничего не надо. Посмотрите на одеяние. Вот у нас одеяние только в храме. Сейчас вышли, переоделись, это называется мимикрия. Мимикрия. Ну, по обстановке поделается. У нас в храме переодевается сразу, платье до колен и домой. А это проповедь. У мусульман не так. Мы едем по Турции. Это страна большая. Очень такая вооруженная, вторая, кажется, в мире по числу армия. И люди так верят в Бога. Старые, молодые идут, все одеты, вот как наши сестры одеты. Мужчины, бритого ни одного, правда, усы сбривают. Я рассказываю о том, как разговаривать мне пришлось их, по-нашему сказать, священниками, епископами, мулы и имамы. Имам это старше над ними. Какой процент сохранности девственности до брачной ночи? Они даже не понимают вопроса. А кажется, по-другому разве может быть? Да может! Ты сначала ее закупорь, эту конфетку, а не измызгай по карманам. Да какую ты больше любишь конфетку-то, которая вся в грязи облипла? Или нет? У нас как одеваются? Грудь закрой, чтобы не было ничего видно. Воротник это вот, вот закрыто. Обязательно до сих пор воротник кончился. И сюда, и верующие. Я уже здесь сколько раз делал замечания. Да будет воля твоя, воля Божья какая? И воли Божьей нет на то, чтобы погиб один из малых сих. Погибают. Я спрашиваю в Чечне, сколько было изнасилований в течение года? Ни одного. Заезжаем в Азербайджан. Теперь это другая страна, мусульманская. Не слышали.
Не знаю, может где-то было, но никак не проявлено. А почему? Смерч. Я имею опыт с детьми. Если вот приезжают одетые по-христиански, мальчики их обходят. Подходят рядом и сразу отходят. А это и в игре везде хватает. Хотя у меня это запрещено было. Да будет воля твоя, давайте говорить об этом. Воля Божия та, чтобы мы были храмом Божиим, сегодня считали. Приду с отцом моим и обитель у него сотворим. Воля отца это не наша воля. Христос в Гефсиманском саду. Он пришел для того, чтобы умереть за нас. Доминует чаша сия. Как страшно сходить на Голгофу. Как тело будет раздираемо гвоздями. Но да будет воля твоя. Даже здесь, в наивысшем напряжении, в наивысшем подчинении Отцу Небесному, и воля не та. Почему страх человеческий? Воля, которая у Бога должна быть познаваема день и ночь. Воля Отца, чтобы никто не погиб. Разработай программу, напиши это для себя. Все видимое временное, а невидимое вечное. Как поступить? Апостол Павел тоже не всегда знал. Он знал, сидеть не надо. Надо шагать. Идти и благовествовать. Но куда? Такие вопросы ставить нужно, научиться себе. Как провести день этот? Как воскресенье провести? Да будет воля твоя, а воля отца какая? Ты ее узнай сначала. Но я слышал там от неверующих, вот они в соседнем селе у нас тут, живут кержаки. Вот узнай, туда Бог направляет или в обратном направлении, может, в Подстёпны надо поехать. Мы там и там были, не по одному разу. Что дальше? Неописуемая какая-то тайна. Господь не дал ответа, они остановились. Павел снова планирует по-человечески, знает опыт, люди, есть, которые знают язык этой страны. Значит, братья, мы идем туда. Шаг, остановились. Нет воли Божьей. Как они познавали эту волю Божию? Павел не в растерянности, он в полном, абсолютном недоумении. А что же делать? Я благовестник, апостол. Господь говорит, покажу, как много страдать. Видимо, туда, где страдать надо. Да, у Бога это вымерено. Вот мы бы, если тогда жили и видели, какой Стефан, какой он ревностный, как он проповедует. И вдруг арестовывает его. И он говорит, его все слушают. Ну, сейчас еще речь закончит, проповедь сказана, его отпустят. И вдруг он резко поворачивает. Вы убили беззаконники. И начинает говорить. Отцы ваши кого не гнали? Сразу смертный приговор. Какой плач, стон написано было об этом. Но никто не знал, что на его похоронах, на его убиении присутствует человек, который ревностно истреблял христиан. Он заменит его и несколько раз выше возьмет. Вот воля-то Божия ни одному не была открыта. И вдруг ночью видение, некий македонянин, видимо, смуглый такой, где там сегодня Югославия, и говорит, приди к нам, помоги нам. Павел сразу понял, Бог призывает его туда. И далее считайте, 16 глава, где что идет. Сколько придется претерпеть. Воля наша та, чтобы послужить Богу как можно дольше. Но Бог нас избрал. Наградил такими дивными дарами, дал такое здоровье, такую церковь дал. Вот так хочется послужить полную самоотдачу. И вдруг арест. Ну почему, Господи? А потому что туда ты никак не проникнешь. Даже фотографировать снаружи тюрьму нельзя. А теперь я там внутри должен быть. Теперь я достиг. А в этой тюрьме в Барнауле 3700 преступников. И каждый из них может быть роковым для при встрече с тобой или своей дочерью, а то и с сыном. А вот теперь иди работай там. Не сиди на месте. Не стой на месте. Ты должен шагать там и говорить из камеры в камеру. А это там бывает такое? Ты еще не знаешь, что бывает, потому что сидишь много на своих дрожжах. У священников профессиональная болезнь, у шахтера профессиональная болезнь легкие. Он дышит, что там, пыль непрерывная. Ну, есть люди, которые знают. У другого другое. У женщин другое, особенно которые делают аборт, у них профессиональная болезнь. И у священников профессиональная болезнь – ноги. Лопаются жилы, венозные и прочее. Почему? На одном месте стоят. Природа этого не терпит. Природа – это движение. Воздух. Нету нигде. Листья и те колышутся.
и ничего не понимают, никуда не идут. По-нашему так бы мирное время продолжилось, и мирно Господь сошел с неба, воскресил, кого нужно, того и взял. Не так. И молятся, доколе, Господи, кровь рекой льется. И вдруг ответ от Бога. До тех пор, пока не войдет нужное число. То есть крови много, но она еще не до самого верха. Как кровь через край польется, есть фильм даже показан это, только тогда. Шестая глава Апокалипсиса. Совершенно не то требует Бог от нас, чтобы жить в мирной обстановке, нас никто не трогает, мы сеем, пашем, учим детей, а у Бога какой-то другой замысел, да будет воля твоя. А как познать волю Божию? Вот перед нами лежит Святая Библия. Считай, что о том, что ты хочешь делать, говорит Бог, да ты не знаешь. Обратись к тому, кто знает, что говорит Библия об этом, что ты хочешь сделать. Ну что-то такое, что первый раз делаешь, там-то ты уже привык, да и то проверь себя. Второе, что я ищу, временного или вечного? Вот это вопросы. И тогда воля Божия начнет больше и больше проявляться. И наконец, а не будет ли это соблазном для кого-то, то, что я буду делать? Как это предохранить? Бог за все взыскивает. В раю эта воля Божия была отвергнута. Пророк говорит, Бог говорит через пророка, я предложил тебе жизнь и смерть. Мы не знаем, как выглядит жизнь, смерть, но, видимо, картина показана. Люди молятся, здесь дерутся, пьянствуют. Я предложил тебе благословение и проклятие. А что такое благословение? Я задавал в больших собраниях и отвечает по-разному, и почти никто правильно не отвечает. А как его получить? И проклятие. Проклятие тоже надо знать, чтобы не нарваться на это. Где оно, благословение? Я предложил тебе огонь и воду, но тут мы разберемся. Огонь и воду. Но Господь дальше добавляет, зачем тебе умирать? Избери жизнь. Умоляет, избери жизнь. Ева, с кем ты разговариваешь? Что, все птицы разговаривали? Разговаривали присмыкающиеся? Нет. Лев говорит, нет, змей. И так это вошло в литературу везде, змей. А что? Это был хитрее всех змей. Да не он, в нем написано древний змей, дракон, и дальше он называет сатана и дьявол. Сразу называет Иоанн Богослов. У него много названий. И он на небе клеветал на братьев день и ночь. На небе? Когда ни женщин рядом нету, главное соблазн, ни денег, ни банков. Что он мог на Бога говорить? Прекрасный Божий мир, тот мы не знаем. Мы знаем только то, что перед глазами. И люди, допустим, агроном учится 5 лет, и только то, что вот здесь растет. Если на врача учится 6 лет, и только отдельную сейчас ухо, горло, нос, все. Я говорю, глаза нет, это иди другой к окулисту. Там терапевт, там... То есть человека по частям разделяют, и до конца мы, говорит, только верхушки знаем. Я разговариваю с академиком, профессором, он говорит, знания наши крайне ограничены. Ну а как довериться Богу? А душу кто знает? Что в душе у человека? Мысли человека кто знает, кроме Бога? Да будет воля твоя. Ева этого не сказала. А подлинно, он вопросы сатана любит задавать. А подлинно ли так Бог сказал? То есть начни исследование, вот и ереси. Нет, не умрете, но будете как Боги. Какая была ложь? К вам с неба пал, там была борьба, архангел Михаил и Сатаниил его называют, Деница, ангел света, осеняющий Херувим, у него тоже много названий. И сошел к вам в великой ярости, ища кого поглотить. Не просто так мы стоим, и здесь, слава Богу, там за порогом сатана, нет, он стоит на месте, где священник стоит. Священника нет, а он рядом стоит. И, а как он выглядит? Открыли глаза, видит, стоит дикий кабан с обрезанными ушами. А я жития святых беру. Да будет воля твоя. Нет, не умрете. Обман заключался не в том, что Адам и Ева умерли. Умерла вся природа. Все смертное. И умерло, по приблизительным подсчетам, сегодня 100 миллиардов человек. Вот это обман. Вот это колос. Сошел в великой ярости, и он ищет. Между нами должно быть полное единство по слову.
А у нас так, ребенок делает не так, а ребенок уже дерзит. Я подхожу, как ты пасешь-то, ты от этих развалин ты мне. А попробуй только скажи мне, папа сказал не слушать, попробуй тронь меня. А что это такое? Воля Божия. Воля Божия та, чтобы ребенок был спасен и слушал правильные слова. А если так, никого не будет. И храм тебе не нужен будет. Почему? Главный храм разрушен. Вот то, что вы храм Божий, все до одного курящие повинны. Они разрушают, 12 лет жизни отнимают. Наркоманы до единого повинны, они 36 лет средние, дальше жизни нет, они сжигают себя. Пьяницы тоже недолгожители. А вычислите это из страны сейчас, кто останется? Ведь речь идет не о двух человеках, а под 80% сразу закатывают. Страна-то пустая. И какое поколение от них будет дальше? Да будет воля твоя. Так волю-то надо познавать. Я вопросов даже не слышу никогда, а воля Божия есть на это или нет? Какой-то вопрос. Я возьму такое. Ну, дело Божие делать. Священники. Сегодня все перешли на католическое крещение. Ладонью по голове, мокрый, отошел. Почему у старообрядцев за 320 лет, когда Никонова реформа прошла, а их 50 толков, беспоповцы, там каких только нету, ни одного человека не мочили, все погруженные. Притом священства нету. Сектанты все до единого крестят полное погружение. Патриархия перешла на это. И сейчас говоришь, это не важно, главное, главное, если малое упущенное, великой беде надлежит быть, как говорит архиепископ Никифор. Великой беде, поэтому люди, не признавшие истины канонов, а это 50 апостольское правило, люди, которые не признали 6-й Вселенский собор, 84-е правило, если ты не уверен, что ты должен прийти и креститься, а священник говорит, а еще не крещен, все стало на место. Это тоже вне воли Божией. Воля Божия какая? Получить благословение. Внимательно слушайте. Первое, абсолютно первое в мировой истории и везде благословение, это никогда, нигде не поноси народ Божий, избранников, которые совершил Бог. У нас это Авраам, у мусульман Ибрагим. Это тоже слово по-другому произносится. Никогда. Да евреи все банки тут в долг дают такие проценты. Так оно и есть, но не проклинай, а благословляй это племя. Благословляющий тебя благословен будет, проклинающий проклят будет. Это первое, вот первый, как сказать, знак. Никогда не проклинай народ Божий евреев. Клянут их постоянно и везде. Еврейская власть все захватила, еврейская революция, убили царя. Все так, но не проклинай, чтобы они обратились к Богу. И второе, последнее благословение. Платите десятину Божию, священству. Если не платит человек, проклятием вы прокляты. Вы весь народ обкрадываете. Меня, Бог говорит. Не священника, нет, меня. Проклятием прокляты. Что это, двойное проклятие? Ну, если проклятие так, понятно. Иеремия 48:10 говорит, проклят, кто дело Господне делает небрежно. Ну, человек сеет пшеницу, другой скотину пасет. Божие или не Божие? Все Божие. Но конкретно Божие, то, что здесь, таинство. И таинство искаженное. Всех подряд причащают. Исповедь настоящая нету. Крещения вообще нету. Венчания нету. Венцы держат над головами и ходят. Венчания-то нету. Прокляты. Эти священники все прокляты. Это они и делают. Как так? Да патриархам все прокляты будут. Я не утверждаю ничего. Я говорю, Писание говорит, кто небрежно делает дело Господне. И вот теперь Господь опускает меч. 185 тысяч мертвецами лежат под Иерусалимом. Господи, как это может быть? Написано, и проклят, кто меч Господень удерживает от крови. Бог так назначил. И вот эта страна, где все это угнетается, сегодня там пенсионный возраст дальше, какой ропот идет? Правители не слышат. Это проклятие где-то рядом. Я прочитал недавно выражение одного Юлия Цезаря, это языческий император. Он говорит, чем ближе крушение государства, тем безумные, более безумные законы издает правитель. То есть добрать полную меру. Я очень похоже. Поэтому да будет воля твоя, Господи, вразуми правителей. Научи их делать добро, сохрани их от покушения на них, если возможно. Господи. Научи все народы молиться. А молитва
да будет воля твоя. Трех ступеней. Просительная, все просят. Неверующие просят. Экзамены сдать как-то, сессия, полная храма, студенты. Они что угодно будут делать. Я был в Томске. Я говорю, верующие, тут много храмов. Верующие люди. А подошли к памятнику Чехова, говорят, что там темный такой, а нос блестит. О, это как экзамены сдают, студенты прибегают сюда, говорят, и за нос его берут. За нос. И руками обтерли у него носа. А почему к нему? А он когда был и сказал, улицы грязные, женщины некрасивые, когда проезжал, и простить ему по сей день не могут. Богу угодно чистое сердце, не нос чистый. А там, где у Шукшина в Сросках, он памятник, если ему за большой палец, скажет, левой ноги студенту туда приходят сдавать, взяли, значит, тогда его, он будет благословенный. Язычество, которое у нас в храме, может быть на каждом шагу. Да будет воля твоя, об этом надо просить. Если не знаешь, попроси другого кого-то. Я не назначаю, я просто оповещаю об этом. Вот женщина уехала, вышла замуж за итальянца, все у нее идет нормально, дети рождаются, дети неверующие. Пришло время, в России изменилась власть, и она хочет вернуться. Никто не может сказать, возвращаться или нет. И вдруг она узнала, что мне, якобы она услышала, Бог отвечает, и она сразу вопрос, я говорю, а как вы узнали? Ну тут, в Италии, там, в Германии та же история, обращаются. Вы можете узнать, ехать или не ехать? Не знаю, я не молился. Так помолитесь. Через месяц. Я молюсь каждый день, но ответа нету. Второй месяц, третий, ответа нет. Один раз только зашла, ушла, я сразу ответ получил. Я говорю, ответ пришел. Слава тебе, Господи. Да, собирать буду манатки свои в России. Нет, подожди. Я ответ получил не голосом Божьим, а из Священного Писания. Я читал, и вдруг как будто высветилось. Вот это передай вот этой женщине. Она просила тебя. Мысль моя мелькнула. Ничего больше не было. Я ей посылаю и говорю, а вот теперь... крупными буквами напиши, чтобы не ошибиться, да с запятой. И пойди к священнику, которого ты исповедуешься, и скажи, батюшка, помолимся об этом, чтобы Бог разъяснил, что тут, ехать или не ехать. А там не сказано об этом ехать, ехать, там о другом говорится. Так а батюшка откуда знать? Никак, мне это ответ был. Я не даю. Господь посылает, идите к священникам, покажитесь, принесите жертву. Это твоя жертва будет. Как священник скажет, а я буду молиться. Я не даю ответы. Я указываю место, на котором мысль твоя должна быть сфокусирована. Переехал или нет, не знаю. Но год прошел, еще там была пока. Воля Божия узнается по-различному. Иногда Бог сам показывает. Иногда люди приходят. Иногда, вот, вчера мы разговаривали с одной нашей сестрой, и вот я... Ведь зовут меня везде. И там я нужна. В Тюменцево. И в Мамонтово. А потерять я не хотела. И там зовут священники. И комнату приготовили. Я там буду просфоры печь. И в видении, в сновидении, видит, дорога вдруг шла прямо, и вдруг раздвоилась. Я только ногу подняла. Дальше пути нету. А прямо Потеряевка. Ни налево, ни направо. Вот, говорит, живу по сей день здесь. Надо Богу довериться. Лучшего места для спасения ребятишек, сохранения от мира, мне не приходилось видеть, все верующие. И поэтому, молясь, да будет воля твоя, как на небе и на земле. На небе одна воля. А здесь надо знать, кто кому подчиняется. Так он батюшка. Ну, батюшку тоже проверять надо, по слову Божию или нет. Я вам говорил, что я отошел от проповеди. Я выхожу по крайней нужде, что братья не считают две проповеди. Я стою и выпрашиваю у Бога, Господи, а о чем сегодня сказать? Нам нужно молитву «Отче наш» очень хорошо узнать. Первая – просительная все. Вторая – благодарение молитва. И третья – славословие. А на славословие научиться надо воля Божия, чтобы славили по-моему или не по-моему. Вот мы просим. Сейчас заготовили документы президенту, в Думу, везде, в нашем музее, чтобы не разрушали. В пятницу я ездил в город, всем организация была, политических партий. Всех вопрос, зачем ему это нужно, который Максим разрушает, никто не понимает. Но волю Божию мы не знаем. Я трепыхаюсь, стараюсь, потому что это нужно, но мы не знаем. А может, Богу необходимо количество вот этого всего, что превысило меру беззакония, одним махом Бог все это сметет тогда. Нужны страдания. Я внутренне страдаю. Там каждый гость мой. Там
тысячи детей, взрослые были, и вдруг разрушать. Я прошу вас помолиться, чтобы воля Божия была. Не сохранить или не сохранить, а воля Божия. Заказные письма большими пакетами отсылаем сегодня на 8 частей. И в Думу, и Путина, и Медведя, и всех так дальше. Самых активных нашли Справедливо России, там Миронов, как звать, мы начали молиться. Я воли Божией не знаю. Я ищу небесного, но Бог медлит ответить. Поэтому, если это я сказал вам по сердцу, что воля Божия, помолитесь. Если есть дети, детей поставьте на молитву. Детская, незараженная грехом молитва, она так близка Богу. Богу слава за все во веки. Аминь.